Уход за волосами там имеет свои преимущества. Чем короче куст, тем длиннее кажется дерево. Перед бритьем изучите рельеф у подножья ствола. При помощи того, обнажуя фитей лежит, и капельки здравого смысла вы не подвергнете риску то, чем так дорожите. Для начала пройдитесь триммером. После нанесите гель для бритья и возьмите чистое лезвие. Натяните кожу, не давите на нее бритвой, дайте лезвию сделать свою работу. Во избежание порезов удаляйте волосы легкими отрывистыми движениями. Постоянно промывайте лезвие. По окончании смойте гель, вытрите насухо и нанесите увлажняющее средство для предотвращения зуда. Вот, и ваш куст подрезан, а ствол выглядит длиннее. А теперь смелее, навстречу приключениям.